Высокую кулинарную моду представляют сегодня в Екатеринбурге. Лучшие повара со всей страны съехались на кулинарный поединок, чтобы сразиться в умении не просто вкусно готовить, а виртуозно сочетать, казалось бы, несочетаемое. При этом повара, как и дизайнеры, строго следуют трендам и знают, что в этом сезоне модно подавать к столу. Сейчас в тренде готовить из очень свежих продуктов. Также популярно использование низких температур. Например, мясо надо готовить 12 часов, и это делает его мягким и нежным. Также популярна молекулярная кухня и использование продуктов, которые встречаются только в определенном регионе, например, только в Амазонии. А вообще сейчас в моде смешение кухонь разных народов в одном блюде. Как соединить кухни мира в одной тарелке, показывают более 200 поваров, кулинаров, барменов и рестораторов. Кулинарный салон – это в первую очередь конкурс. Так мастера за полтора часа поварам необходимо приготовить блюдо, а барменам – создать невероятные коктейли. Кроме того, участники сегодня доказали, еда – это не только вкусно, но и увлекательно. Из того, что обычно кладут в кастрюлю, создали настоящие шедевры. Картины из манной крупы и молотого кофе, цветы из мастики. А овощи и макароны вовсе извели на пряжу, создав удивительную и вкусную одежду. Это свекла, связаны чипсы и на крючке связаны из моркови. И вот этот вязаный морковный наряд. Вот то, что темное, это свекла, сваренная в сахарном сиропе. И здесь нет никакого клея, вот это приклеено на сахарный сироп.